Сегодня работники прокуратуры Республики Беларусь означают свое профессийное свято и 90 год с дня створения структуры. У Гомеле юбилей святковали напередодні на урочистом сходе. Супрацовники Гомельской прокуратуры сустракали своих коллег из России и Украины, супрацовников управления внутренних справ Гомельского облвыканкама, следшего комитета Республики Беларусь, представников улады. Державная прокуратура была заснована у 1922 году на третьей сессии Центрального выконавчого комитета Белорусской ССР. Мета ее створения – ожитявление нагляду за выполнением законов. Не изменились эти функции прокуратуры и сегодня. У 1998 году в Беларуси было установлено профессийное свято – День супрацовников прокуратуры. Означается оно, что год 26 червня. У 2007 году у нашей краине приняты новый закон об прокуратуре, который вызначил роль и принципы ее функционирования у сучасном громадстве. Итоги нашей работы свидетельствуют о том, что 90 лет прокуратура прожила не зря, потому что, может быть, не очень скромно говорить о собственных итогах работы. Тем не менее, Гомельская область достаточно уверенно смотрится по всем показателям.